на Поршике. Как у Эдварда Билла, кстати, Поршик. Блин, да. До сих пор угораю с этой ситуации. Пацаны, как бы ничего необычного для России, да? Ну, блин, просто отказывались заправить, блин, бензин. Вообще трэш. Это что, все, кто приезжает с 5000-ми купюрами, они у всех пишут номера ПТС-ки, СТС-ки? Блин, пацаны, я так подразумеваю, через несколько лет, чтобы у нас заправиться на заправке, нужно будет предъявлять страховой полис. А то иначе будут они нажимать на секретную кнопку под столом, и сразу будет приезжать экипаж ДПС, чтобы вам выписать штраф и еще эвакуировать автомобиль. Вот это бред, вот реальный бред. Вообще трэш, вот это трэш. Куда катится Россия, блин, вообще? Куда мы катимся, блин? Ну реально, пацаны. По городу, пацаны, я еще раз вам говорю. 60 километров, это должна быть ваша максимальная скорость по городу. На мотоцикле. На машине смотрите сами, блин. Как бы я на машине даже больше 70 не ездил в городе, потому что везде камеры. И оно вообще не стоит того. Эти вот все риски, они не стоят того. Прикольный движок. Много лошадей. Ру-ру-ру-ру. Заехать в магазинчик не забыть. Тачку, пацаны, перебираю сейчас. Вообще полностью. Вообще прям. Карабасик. Коробку. Ну, коробку я не перебираю. Я нашел коробку, блин, с небольшим пробегом. Сейчас полностью меняю сальнички на коробке вообще. Вообще делаю все, чтобы в тачку не залазить 10 лет. Ну, это я потихонечку еду, ребят. Я нормально еду. Как бы я не тороплюсь. Потихонечку. Мне кажется, лучше ехать намного вот так, чем в междуряде. Потому что в междуряде могут двери открыть. А тут сейчас все водилы, как говорится, плюются, как говорится, в лобовое стекло. Вот он. А нет, это он яму объехал. Типа мы стоим, а он едет, блин. Типа разницу чувствуешь, машина и мотоцикл. Вот типа этого. Чувствуешь разницу? Авто и мото. Есть же разница, как бы два колеса и четыре. Где четырехколесный стоит, двухколесный едет, как говорится. Едет и кайфует. Главное правильно ехать и все, не спеша. Вот сюда мне надо, налево. Ребятка, ребятки. Ну нормально, пацаны, я считаю, все very good. Главное не торопиться, ребята, никогда в таких ситуациях. В ПДД. Соблюдать нужно правила ПДД, пацаны. Соблюдать. 94 градуса. Вот, Мото Виктор. Витек, братан, если ты смотришь это видео и дошел до этого момента, то это очень хорошо. Мото Виктор, пацаны, прям так и называется его канал на Ютубе, хочет купить такой же мотик, как и у меня. Но я ему говорю, Витя, говорю, блин, этот мотик, это спорт, это литр, он греется в городе. Сейчас на улице плюс 15 с ветром. Я буквально постоял вот здесь, вот чуть-чуть вы видели, и он уже нагрелся 95. Ему нужно постоянно двигаться. А соответственно, если ты не хочешь упороть мотор, то тебе нужно будет в городе, соответственно, все время двигаться, да. А в городе все время двигаться невозможно, так как бывает
красные светофоры и бывают пробки. И, соответственно, чтобы тебе двигаться и не упороть мотор, тебе приходится двигаться. Вот. Соответственно, чем-то пренебрегая. Например, правилами дорожного движения. Вот. Ну, это, ребят, я, конечно, громко выразился. Ну, блин, но зато, чтобы вы поняли, блин, почему пацаны ездят, как бы. Вот. Чтобы вы поняли.